На конкурс дети читают стихи. Диль Максим, 9 лет. Георгий Краубин. Аты-баты. Аты-баты, шли солдаты. Аты-баты вдоль реки. У речного переката быстро сняли вещмешки. Влезли в речку аты-баты и устроили возню. Аты-баты, в ней солдаты превратились в ребятню. Их ремни и гимнастерки как бы сами по себе отдыхают на пригорке на какой-то городьбе. А Сережа, Петя, Ваня на глазах у рыбаков в речке плещутся, как в бане, ловят раков и мальков. Расшумелись аты-баты, увлеченные игрой. Вдруг команда, и солдаты по команде встали в строй. Смотрят рыбки удивленные из-под веток и коряк. Неприступная колонна от реки чеканит шаг. Все стройные, молодцеваты и чуть-чуть напряжены. Это вам не аты-баты, а защитники странные.